Всем привет! У нас сегодня в Охотник, как всегда, очень интересные винтовки. И это Иваник Смакс ML Bullpup. Вот. Аббревиатура ML означает, что она полностью механическая, то есть не стреляет очередями, не стреляет как полуавтомат, никакой электроники, батареек, аккумуляторов и прочего. У нас тут биатлонный взвод, крупная такая скоба, очень интересная. Вот. Зимой, конечно, мне сейчас холодно без перчаток ее использовать, что все-таки металл, сейчас мороз. Вот. А так винтовка, в принципе, достаточно удобная. Здесь большая планка, что подразумевает собой, вы можете установить коллиматор, оптический прицел, вот, ЛЦУ. Вот. По мощности она достаточно великая винтовка. Вот. Резервуар здесь небольшой, но поскольку калибр 4,5 мм, у нас его хватит выстрелов, наверное, на 40. Иваник Смакс. Насосом лень качать, будем качать компрессором. Ну вот, там порядка 4 минут подряд заправили сейчас Макс. Портативный компрессор очень удобная вещь. Портативным можно заправить винтовку. Если вам нужно заправить баллон, то советуем купить все-таки 1,8 кВт компрессор мини или 2,2 кВт для больших баллонов. Все это есть в наличии в Охотника Нет. Стреляет она пулями только тяжелыми, легкие, если вы будете использовать, будет огромная скорость в хронографе. Вы будете писать в комментариях, у меня она там 380 стреляет, у вас мало, вы обманщики. Вот. На самом деле она стреляет пулями от 0,6 грамма, вот. Но идеальные, в принципе, показатели кучности она вам выдаст с пулями где-то под грамм, 0,87, вот, оптимально. И стреляет хорошо корейскими пулями родными, Самьянг. Вот, тоже круглоголовыми. Остроголовые здесь барабанчик не вмещаются, хотя они тяжелее, но, к сожалению, пострелять ими не удастся. Винтовка весит 3 килограмма 900 грамм. Вот, благодаря металлическому обвесу от одной известной фирмы, которая делает его для Иваникс, винтовка достаточно тяжелая, но как бы баланс у нее, то есть я ее держу, совершенно этого веса не чувствую. Вот, удобный материал, вот, рукояти. Вот. Он как бы пластик, но такой вспененный, немного обрезиненный, поэтому достаточно теплый и не скользит. И также он царапин не особо боится. Вот. Предохранитель у нас флажкового типа стандартный, как у многих Иваниксов. Вот. Здесь буковка F, написано 7 джоулей, все по закону, все отлично. Вот. Что у нас тут еще можно сказать? Ну, собственно, сейчас зарядим барабанчики. Барабанчиков в комплекте у нас два. Иваникс нас с этим балует. Вот они вот такие красавчики. У европейцев в комплекте всегда один. И это печально. Здесь их два. Сейчас мы как раз ставим в них пули. Heavy Diablo Exact от известной фирмы GSB чешской. Весят они 0,67 грамма. Вот. Барабанчики мы пульки сейчас вставляем по очереди. Получается головой в ту сторону. Вот, собственно, я доставил пули в барабан. Отводим рычаг. Биатлонный взвод. Вот. И здесь у нас есть вот такой вот стабилизатор и подрывной подшипник. Все, в принципе, простенько. Через пазик мы вставляем до небольшого щелчка. Все, в принципе, готово. Сейчас включим хронограф и померим. Но вам будет, как всегда, мало. Мало скорости. Барабанчики 13-зарядные. Если покупать больше калибр, то есть 5,5, они 11-зарядные и так далее. Вот. 330 метров в секунду. Вот. Это не максимальный показатель.
принципе, можно доработать, и будет там в районе 350 такими пулями. Вот. Но если вы будете использовать пули, которые лучше для этой винтовки, то есть около грамма, скорость, естественно, упадет, и у вас не будет заоблачных результатов, зато будет отличная точность, и если вы охотитесь, максимальная поражающая способность. Вот. Винтовки такие продаются в Охотника.нет, они есть в наличии. Вот, кстати, стреляет, в принципе, не очень громко, но модератор, который выполняет роль кожух ствола, он через него как бы проходит, не совсем справляется. Если хотите отдельно модератор, у нас есть два варианта. Либо один, соответственно, у нас идет на кожух, то есть на поджимных винтах, либо вот эту заглушечку мы вывинчиваем и на резьбу изготавливает вам мастер другой модератор. Вот, это будет более концептуально и удобно. Вот. Ну, и в Аниксы, в Охотника.нет, только в Охотника.нет.